Че такие злые все? Согласен. Глюк. Вообще злые все, пипец. Мутила просто. Ты, Глюк. Такой паскуда собака. Всем утюг, с вами Глюк и Мигивей. Здравствуйте. Мы, короче, собрались тут стенку на стенку проходить. Вроде как по оценкам она классная. Ну, посмотрим. А куда, кто, а чё? Просто ехать вперёд. Я один на пляже. Блин, офигеть, там у Доминика классная тачка. Прям раскраска офигенная. А в чём прикол? А нет, не туда, а куда? Просто ехай. Там ещё чеки разные. Блин, там плохой хороший чек. Чувак, мы на пляже засейвились. В смысле? На пляже за решеткой. Кто? Вы? Мы. Да, я и еще пара ребят. А за респаун не? Думаешь, поможет? Да. Попробуй. Нет, не помогло. Надо перезапуск. Не надо какой перезапуск. Да перезапуск. Ты что, какой перезапуск? Я впервые, наверное, второй еду. Перезапуск. Какой перезапуск? Будешь первым ехать. Найн. Сейчас ты доедешь, что ты переживаешь? Тут вас куча таких. Нет. Да. Нет. Вас там... Перезапуск. Не перезапуск. Перезапуск. Не перезапуск. Перезапуск. Не перезапуск. Да ты издеваешься надо мной. Ну, вообще есть чуть-чуть, но нет. Все, вот я смотри, я вот жду тебя, теряю свои позиции, понимаешь? Вот. Ты понимаешь всю теплоту моей дружбы? А чё у меня машина дергается? Не знаю. У нее эпилепсия. Наконец-то, господи, я наверху, я 15-й. Ты 15-й, я 6-й. Я из-за тебя просрал. Знаешь, сколько позиций? Ничего не знаю. Я в твоем кармане. Красиво ты разбился. Давай я тебя подожду. Ты так весело едешь. Мне нравится. Я мог... Ты мог. Сколько? Оу, воу, 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 куда все? Да, ну, да, конечно, давай, Доминик, на танке. Блин, что происходит вообще? Там жесть какая-то. Ой-ой-ой. Угу, спасибо. Адовая дичь какая-то. Так, пока никого нету, я проеду здесь. У меня все шансы, пока никого нету. Тяжелых каких-нибудь дядек. Все, хорош, поехали. Можно с полной уверенностью ехать. Извините. И катапультировать Десавича. О, я опять на холодильник еду. Блин, Миги, ты чего увернулся? Отстань от меня. Ты неправильно едешь, не надо уворачиваться. Там танк, да? Это танк. Там Доминик на танке катает. Я не знаю, откуда он опять его взял. Ага, минку свою поставил. Я объехал. Ну тебя нафиг с твоей минкой. Ха-ха-ха. Блин, кого я там столкнул, я не хотел. Это вообще случайно. Там еще один танк. Ёптить. И минка. Он минками как... Я горю. Долбанный мотоцикл, зачем... Блин, теперь... Зачем ты со мной проехал? Как вниз, вернее, вверх. Он тебя давит. Он давит твой труп. Я знаю, я уже упал. Я уже зареспавнился. Ой, тюка! Тихо, тихо. Все хорошо, хорошо, все. Вот эти танки, они прям вот... Я засейвился. У меня все прекрасно. Жизнь налаживается. Че ты мне, Десавич, факулечку показывает, едет? Козел какой, а? Чувак остановился, ждет такой, может быть, не знаю, пока кто-нибудь проедет, там, разминирует перед ним. И тут сзади я в него влетаю и им разминирую, и сам взрываюсь. Жесть. Там вот срут минками, это немножечко... Немножечко, ну, неинтересно. Так нехорошо делать. Да, нормально. Фу-фу-фу. У меня танк. Ну хорошо, что он без мин. Ну как, вам хорошо, а мне не очень. Держись, чувак, на Порше. Там тебе удачи, всего хорошего. Настроение. Да. Этот холодильник нифига не прет. Он не едет. Как бы не Слушай, странно. А кстати, вот стеночка-то неплохая. Мне да, интересно. Если вначале вот только не считать то, что там залагало, то вот прям неплохо. Здрасте. Ё-моё, там танки. Это я был. А это я был, видел на холодильнике. Да, о, Винилайнище, здорово. Я слился, как последнее лоб. Снайпер. Не буду говорить.
Блин, прикольно. Здесь прям такие столкновения, знаешь, типа не дико адово напрягающие, но... Помнишь, я тебе говорил, что в следующей гонке я буду долгий экран у меня будет черный. Угу. Так оно и случилось, у меня долгий экран загрузки. Ну вот, видишь, в одной гонке ты доминируешь, в другой я вот сейчас четвертый. Так, Минилан, чувак, извини, это... я не пожалею это... тебя. Это ты доедешь. Конечно. Писюка. Развел меня. Ну да, я на маленькой такой машинке, холодильнике. Я так своем. Хотел тебя раздавить. Я тебя сам раздавлю. Ты хотел меня протаранить, а не вышло. Ё-моё, мам, я улетел. Ну и конечно же. Ух, ебой, вот, я сейчас бесю, наверное, он сейчас бомбит. Прикинь, я подлетел на этих буграх. И как ты думаешь, едет одна машина, и я лечу. И как думаешь, в кого я прилетел? Так, налево, направо, налево, налево. Так, тихо. В эту машину. Будь спокойно. Невидимый Винилан меня пытается таранить. Тут рампа. Все, я буду сейчас кайфовать. Я на рампе. Я его опять спихнул. Че там весело? Иди сюда, писю. Да вот, короче, я ему мстил, он захотел мне отомстить. И тут тут я его все равно уронил. Было прикольно. Писюк просто. Вот тут минка. Ой, а че труп тут валяется? А это ты желтенький, да? Не, ты меня с кем-то спутал. Вообще, это... Вот это, блин, я ж упал. Вот это был тимплей. Против меня ваш тимплей. Главное тебя было приподнять немножечко. И там чувак бабах тебе на всей скорости. Шикарно. Я вот, короче, знаешь что, я не буду спихивать, но я буду врезаться. А там уже чем закончится. А ты упал, да? Да, тогда я упал. Я тоже упал. По-моему, я Доминика убил сейчас. Ты рад тому, что мы с тобой сейчас встретимся снова? Конечно. Я жду не дождусь встречи с тобой. Чего ты подкинул меня? Тут у меня писюк на рампе какой-то меня так подкинул. А ты где? Я вот сейчас спускаться буду. Да? Да. Привет. Привет. Ну ты посмотри, как это не вообще физика, вообще в сраку вся всратая. А я теперь заехать из-за тебя не могу. Так тебе и... Что? Ладно, давай вот так вот, лайфхак. Тут, короче, лайфхак. Бугорки эти, они лагучие. Я врезался как в стену в один. А, я думаю... Спасибо. Я думаю, что я заехать не могу, там же стопер. Боже мой, почему такой угар? Там же стопер. Разойдись! Бибип, все бибип, я на рампе. Чувак, ты вообще что ли... Ядрите, я его подкинул. Ты зачем это сделал? Я же вправо уходил. Доминик! Зачем я сюда поехал? Я что, на вот что, этой что маленькой... вам надо? Что вам надо от меня, а? Чувак, я еду на вот этой маленькой жучке. На мопеде. Зачем? Выкини его нахрен. Довезите меня кто-нибудь пешком. Я... Ой, там рампа. Там рампа, бибип. Давай рампа. Я тебя довезу. Не, спасибо. Пупок задолбался сидеть в черных так. экранах. Ему, походу, совсем не везет. Да, типа, Я мог взять мотоцикл быстро, а я еду на этом скутере драном. Меня какой-то мерзкий танк пытается просто поизбивать. Мне не нравится. Дай проеду, спасибо. Тебя избивает танк? Драный танк какой-то зеленый меня избивает. А, вот он проехал. О, Миги, привет. Ты пис... Тебя убило? Я от столкновения от тебя уходил и ушел слишком вниз. Я теперь заново еду на скутере. Винилан, привет! Ой-ой-ой-ой-ой! Винилан не тот, кого я хочу встретить на такой узкой дорожке. Уйди! Это жесть. Это жесть. А, вон ты полетел. Я снова еду на скутере, и ты снова залоханил. А кто меня сзади толкнул? Меня инсургент сзади толкает. Спасибо, чувак. Глюка спихнули. Извиняюсь, я здесь аккуратненько пройду. Вот это сейчас финт был. Подо мной инсульгент, сверху надо мной моток одновременно. Меня чувак, короче, просто на этом, на белом инсургенте толкал. Так это тоже Винилан, наверное. Он на белом. Не, Десавич был. А, Десавич. Если меня еще раз толкнут, я возьму танк и буду срать. Я не хотеть же. Ой, зеленый танк. Зеленый танк. Пупка бомбит уже. А ты тут откуда взялся, вылез из-под колес, такой господи. Я какой злой, я запомнил тебя. Зеленый танк это Фейлукс. О, я его обошел, красота. Все, он мне ничего не сделает.
На меня танк приземлился. На скутер, бедный. На скутер? Да, я на мопед скипнуть не могу. Давай помогу тебе. На меня просто прилетел. Давай, ты на чем там? Я на... А, на гелике. Да, на валике. А я на велике. А я на валике. Так. Прости, чувак. Я опять. Да за что? Что? У меня две тачки вместе скрепились и меня таранули. Ой, там этого Боксвилля подкинули, жесть. Он еще засейвился. Слушай, вообще такая короткая стенка, и блин, она такая динамичная. Она насыщенная. Это, привет. Это, ребят, это просто офигенская стенка. Если вам нравится, то поставьте лайкосов, пожалуйста, что творится, хорош! А там опять танк. Я улетел. Меня рампа подкинула. Это что сейчас было за жесть? Это чё сейчас? Ема. О, инсургент, проезжай. Тут прям идеально, прям отбалансировано вот по педик, транспорту. Вот синий педик, просто последний. Тюка, самый. Рампы, педики. Это такая жесть. Блин, я, короче, пытаюсь на гелике проехать, и мне не удается, потому что он слишком жирный, и он всех цепляет. Я вообще на этом еду, на мопеде еще. До сих пор на мопеде? Да. Жестко. Так, я понял, здесь надо скорость сбросить. Так, все, вот стабильность. Пупок, блин, пупок, зачем ты это сделал? Там чувак без колеса поехал. На рампе. Я бы с радостью без колеса поехал, у меня лишнее. О, все, теперь я Милка. Шоколадка. Я красивый танк. В смысле, ты разокрасил свой танк под Милку? Да, фиолетово-белый. Ты меня сейчас увидишь. Это, наверное, мило. Я не знаю, от чего он взорвался, это был не я. Я тут всего лишь еду спокойненько. Вот я буду хорошим, я никому не буду минками срать, никого не буду скидывать. Вот. О, привет, Глюк. Привет. Ой, я минку поставил случайно, извините. Я не хотеть. Ты кого-то скинул, ты танк сзади скинул. Я случайно, я побибикать тебе хотел. Я думал, минки на пробел ставятся, а не на Е ставятся. А вот и все, да, ты себе врага нажил. Блин, да как ты на гелике, чувак, перевернулся? То ты издеваешься, что ли, физика? Вот на танке вот хорошо, вот на танке прям спокойно так. Да, спокойно. Я бы прям на танке еще бы прошел пару раз. Там едь направо, короче, вот после танка направо едь. Будет хорошо. Неприятнейшая. Хорошо, что у меня был инсургент. Кто-то мину поставил. Какая-то пупка. Пупок, отстань! Пупок, отвяжись, плюху! Пупок поставил мину, скука! Да, да, да. Я сейчас так замансил, просто божественно замансил. Но нет, этот пидор взял в конце мину поставил. Пупок, да? Да. Такой просто писюн вообще. Че такие злые все? Согласен. Глюк. Вообще злые все, пипец. Мутила просто. Ты, Глюк. Такой паскуда собака. Уйди, пупок, пожалуйста, оставь меня в покое уже, наконец-то. Хватит насиловать меня, отстань. Пупок, насилуй Глюка. Просто безбожно, вообще вот прям жестко. Он минами давай. Достал меня убивать. Скидывай его там, пихай, топчи, делай с ним все, что хочешь. Только мешай как-нибудь. Да я тебя чуть-чуть так по-дружески скинул. Че такой злой-то сразу? Пусть они просто едут своей дорогой. Мне насрать, делайте, что хотите. Пустите меня да, тут. Да. Тюха, да, ты, да. Господи. Да, ты думаешь, я тебя простил? А я тебя не простил. Я просто хочу объехать. Думаешь, я тебя не переиграю? Я тебя не уничтожу? Я тебя уничтожу. А вон он, о, ты. О, отлично. Ходор меня объехал. Уничтожь меня. Давай, уничтожь меня. Ну, мы обратно встретимся, Глюк. Мы же встретимся, понимаешь? Фу. Вот он этот. А чё? Чё это было? У меня инсургент. Знаешь спуск, вот, ты поднимаешься наверх, и потом там резкий такой спуск вниз идет. Ну. Вот. Там стопер. Там был стопер. Я, короче, в полете. На этот стопер, я в полете прям заезжаю на этот стопер. И меня в бок сносит, знаешь, медленно. Вот этого скинь зеленого. Но он меня скинул. Или не скинул. О, не скинул, отлично. Я засейвился. А что ж ты за лошара-то такой? Я или зеленый? Ты. Что сделать, ничего ему не можешь.
Ты минуту назад дайте вообще мне... был против меня. Дайте мне ГТР скипнуть, простите. Дайте мне ГТР скипнуть, пожалуйста. Че, он такой сложный, я... что ли? Нет, он легкий, просто как бы тут всякие мешаются мне, и поэтому... Так, едем, едем спокойно. Рампа. Блин, Трампа? Рампа. Трампа, оставь меня в покое. Трампа, блин, призрак, как я тебя ненавижу. Один из самых бесячих сегодня игр. Ловлю, ловлю, брат. Миги, кука, ты что делаешь? Вот и мой хороший знакомый. Сейчас я тебя догоню, мой сладенький ты пирожочек. Отлично, зеленый. Ты меня жахнул. Ты доволен собой? Да, я еще хочу, мне понравилось. Сейчас я еще зеленого отымею немножечко. Блин. И прям вообще буду доволен. Прям у меня все будет в жизни хорошо. Ага, призрак. Ага, то-то. Вот не нравится тебе так, да? Он-то не подозревает, что я за ним еду. А призрак тоже не подозревает, что я за ним еду. Вот он мой зелененький, ага. Я преследую. Все, все, никуда ты не денешься. Я на тебе припаркуюсь просто и буду стоять, собака. Достал уже меня, а? Че, сложно? Куда? Сложно здесь, да? Сложно так ехать? Ага, ага, че ты, куда ты поехал? Тюка, как ты меня бесил на танке, теперь еще на этой штуке вывалил меня, а? Ехай, блин. Наказано. Надеюсь, ты умрешь. Я за ним поеду, я буду за ним гоняться. Тебя так сильно достали? Меня так зеленый выбесил, я принципиально буду ехать за ним. Нет, ладно, меня отпустило, не хочу ехать за ним. Пупок сам упал. Я хочу чек взять, ну его нафиг этого. И вот так жизнь обидела, не дав ему ума, поэтому... Так это кто? Ладно, тебя не будем трогать, кто ты такой хороший. Такой? Пупок, я тебя не... Я тебя не бил! Я тебя пропустить хотел! Ой, я хотел. На инсургенте, а ты на чем там, дружище? Блин, это опять инсургент, он же опять сейчас будет... Ну да... Фе... Я вот тоже врезался вот здесь, со всей дури. Тут нельзя так ехать, он вообще тупой какой-то. Ну да. Какой водитель, такой инсургент. Е-ман, там пупок, снайпер, у них там разборки свои. Фу, пупок проехал, не пидорит меня. Вот, вот эта вот мышь на Гентвагене. Давай, давай, толкай его, толкай. Скинь его. Пошел отсюда. Блин, Хонтер, я хотел тебя засейвить. А ты упал. Я отомстил, я спокоен. Я спокоен теперь. Мне так нравится, короче, когда люди пытаются, типа, не удариться и сами улетают в результате. Ну да. О, я опять рампа. Да куда ж ты, Хонор, второй раз лезет? Фух. Повезло. Зелененький выехал, иди ко мне, мой сладкий. У меня рампа, ребята, у меня рампа. Сейчас будет весело. Ну, простите заранее все, кому сейчас достанется, но достанется всем вообще. Там самолет. О, снайпер летает. Самолет кого-то там. Ой, такой, сори. Вообще зеленый такой калич. Он просто всех скидывает. Ладно, объеду тебя. Ты вроде. Сам ржал над такими и сам таким стал. Я скинул зеленого, второй. Я чё, самолет Трампа не сбил, нормально. А я на трассе. Так я не хотел тебя пидорить. Блин, а я на трассе, ну такое себе, чувак. А, ну да, вообще-то. Ты это там не задержал, не задерживался бы. Ух ты ж, блин, кому-то досталось. Нет, 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 нет. Я пытался засейвиться, пресейв, да, согласен. Тебе тоже бибип. Го вместе, ну го. О, глюк тут летает. Глюк летун. Ага, ага. Блин, пупок просто надо мной постоянно улетает. Бедняга. Там зеленый лошара хотел меня подосрать и не смог. Блин, снайпер летает и пугает. Ты какой по счету вообще? Я восьмой. Если все так дальше продолжится, то я буду, не знаю, последним, видимо. А я седьмой. Писюн догнал меня. Ты меня догнал. Я на гелике просто адски задержался. А я на гетере. И вообще еще на чем-то. Спасибочки. Да тюка, что за такая тачка, ну? Вот там опять танки едут. Пуп,
Прости, чувак. Че, уже воевать не хочется, короче, да? Уже воевать все желание пропало. Чувак, скинь зеленого на инсургент. Да он мне... Тюка, какой он бесячий, а? Он очень бесячий. Че у него за ник, а? На фэ что-то там. Фэ, кто-то там. Сейчас я его встречу, скажу. Да, его надо пидорнуть точно. Уже который раз меня добивает тоже, я уже заметил прям. Что такое, Фауликс проехал? Ездит такой противный. О, Миги, привет, как дела? Пока, Миги. Ну зачем? Да, ну и зачем ты это? За для чего? Чтобы что? Зачем? Я же остановился, пропустил. Ладно, если бы мы были равные, например, по силам. Там я на рампе, ты на этой шляпе. Миги, прости его. Просто... Он извинился. Ладно, хорошо. Он понял, что он переборщил. Быканул. Бля! Ты что здесь делаешь вообще? Прятался же спокойно за забором. Что тебе вылезти-то надо было? Я тебя хотел скинуть, а ты тут такой. Но ничего, узкая дорожка, глюк. Да я не хотел тебя пидорить. И вообще у меня прикрытие. Блэд! Прикрытие назад поехало! Блин! Тихо! Нет! Ладно, фиг с тобой. Пожалуйста, нет! Тюка! Простите. Какая угарная стенка, я не знаю это. Я, конечно, восьмой, но... А я седьмой. Догоняй, ты шо там? Догоняю. Я так и думал, что это ты. Да я не хочу ни с кем сталкиваться, я просто мирно хочу проехать, а меня пидорят. А там уже финиш, да? Да, чувак, тут уже финиш. У тебя финиш. А у меня гелик на валике. Валик на гелике. Пупок. Ладно. Это... Пупок! Зачё ты так жестко со мной? Кто-то выходит просто. Глюка, задержим гоу. Так, у них какой-то сговор. Да нет. Да? Нет, там сговор. Да нет, тебе кажется. Да сговор там. Да нет ни у кого сговора никакого. Есть сговор, я знаю. Да нету. И ты, Брут. Тоже с ними. Неправда. Ну давай, дочекай меня до пидоря. Хорош. А, это ты был, да? И какой я приехал? Четвертый, наверное. Пятый или четвертый. Так, наверное. Бы приехал четвертым, если бы я тебя не ждал. Снайпер не успел. Все. Так, ну давай подождем сейчас там 14 секунд. Я посмотрю за пупком, потому что ему пришлось дофига всего терпеть в этот раз. Да, там всем пришлось, так. Пятый! Я пятый, дружище. Здорово. Отличная, мне кажется, гоночка. Ставьте лайкосы, ребят, если хотите больше такого. Мы можем сделать больше. Но вот с вас тогда лайки. И, ну, не знаю, можете в комментариях написать, как сделать подобные ролики лучше. С вами был Глюк и Миги. Всем удачи, всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу, будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.